Быстрее, выше и сильнее станут ребята на улице Тухачевского. Здесь открылась новая спортивная площадка для воркаута – уличной гимнастики. Этому сильно обрадовались местные школьники и студенты, которым раньше негде было заниматься спортом. Наконец-то можно где-то будет заниматься людям вообще. Раньше здесь что было? Два турника стояло, ничего нельзя было сделать. А теперь хоть нормальная спортивная площадка. Площадку обустроили на средства благотворительного фонда. Место выбрали поближе к школе и студенческим общежитиям. Организаторы уверены, что турники не будут простаивать без дела. Я думаю, что эта тема будет всем интересна, в общем-то, и даже не только, скажем так, людям поколения молодого возраста, но и людям поколения постарше. Мы верим в то, что в скором времени погоня за потреблением прекратится, и люди начнут думать о настоящих человеческих ценностях, то есть будут что-то создавать, созидать, нести пользу, заниматься здоровым образом жизни. Формат воркаут актуален, во-первых, из-за того, что это доступный спорт. Тебе не нужны фитнес-клубы, ты занимаешься в любое время, когда тебе удобно. Теперь на площадке планируется регулярно проводить тренировки по воркауту для всех желающих. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Константин Головин. События.